Движение по неизведанным местам России продолжает экспедиция под названием «59-я широта». Путешествие организовано в честь 170-летия Русского географического общества. Старт был дан в Санкт-Петербурге, а завершится большая поездка в Магадане. Уже преодолены сотни километров с запада на восток страны, от Балтийского до Охотского моря через Урал, Алтай, Байкал. Маршрут пролегает по 59-й параллели северной широты. Путешественники объехали весь остров Ольхон, побывали в международном археолого-географическом лагере Ермак, расположенном в Красноярском крае. Также участники экспедиции побывали в природном парке Ергаки. Сейчас команда находится в Улан-Удэ. Впереди Чита, Тында, Якутия и Магадан. Самые яркие моменты поездки участники фиксируют на видеокамеры. Итогом путешествия станет документальный фильм к 170-летию Русского географического общества.